Всем привет, с вами я, Вова Тишевский, и перед вами два аппарата Leco LED2, комплектация 3 гига и 32 гига встроенной памяти, оперативки 3 гига, если что, и Xiaomi Redmi Note 3 Pro, который тоже у нас 3 гига оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. Как вы знаете, что в Leco LED2 встроен процессор Helio X20 10-ядерный, и синтетические тесты показывают 95 тысяч баллов показатель, и в Xiaomi Redmi Note 3 Pro установлен 6-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 650. Так вот, хотелось бы не только в синтетических тестах, там, что тут 75 тысяч, тут 95 тысяч, то есть в Leco LED2 на 25 тысяч больше, на 20 тысяч больше набирает баллов в синтетических тестах, а хотелось бы узнать все-таки по факту, насколько быстрый и производительный каждый из этих девайсов. Для этого я отобрал одинаковое приложение, 12 штук, для того, чтобы запустить их и потом заново перезапустить. То есть получается так, что я буду по очереди каждое запускать. Как только оно загрузится, я буду нажимать кнопку Home и потом далее нажимать на следующее приложение. Только запустится Home, следующее приложение. Как только я сделаю круг, я в часах сделаю здесь вот такой вот типа lap круг. И посмотрим, за сколько времени у нас будет первый круг. И потом важно проверить, насколько в режиме ожидания, после режима ожидания будет запускаться то или иное приложение. Я по второму кругу сделаю те же самые действия, но с приложениями, которые будут открыты уже тогда в трее. Смотрите, сейчас мы берем и очищаем весь вот кэш, или как это все называется. То есть у нас все пусто, видите, да? У нас получается только запущенный рабочий стол. Еще раз я могу нажать, а здесь не нажимается. То есть все чисто. И давайте начнем тест. Итак, смотрим на весьма интересный. На 7 секунд быстрее справился у нас Xiaomi. Но тут есть некоторые оговорочки, связанные с тем, что Android 6.0 постоянно требует разрешения. И такое ощущение, что я у каждого приложения давал разрешение. Но тем не менее, вот, во-первых, какая-то ошибка высветилась на No Limits. И у Facebook и у других приложений, где-то трех, произошла как бы вот нажать типа разрешить, из-за этого как бы была небольшая задержка. Но если в глобале там, ну, как бы не учитывать все эти нюансы, то получается так, что плюс-минус одинаковый результат, что у Xiaomi Redmi Note 3 Pro, что у Leco. Вот так вот, друзья, мне показалось, что повторный круг, когда приложение находится в трее вот здесь, они были запущены значительно быстрее, нежели у того же Xiaomi. Ну, в принципе, с учетом того, что для меня это впервые такой тест, я делаю, я еще буду дальше делать, буду лучше тренироваться, изучать все это дело. И так я уже, я вам скажу так, что я где-то повторно снимал, вот особенно Xiaomi, где-то 2 или 3 раза. Вот, и Leco тоже один раз снимал я повторно, по той причине, что, знаете, как бы нужно быстро нажимать и так далее. Но в итоге получается так, что оптимизация, все эти вещи, они имеют значение, и Antutu синтетические тесты — это круто, но по факту работа — это намного важнее. Перед тем, как я закончу это видео, скажу вам, что обзор на эти два девайса вы сможете найти по ссылке в описании. Также по ссылке в описании вы можете найти, где можно купить оба аппарата по классной цене. Какой из аппаратов вам больше понравился, вы также пишите в комментариях. И какой выбираете вы тоже можете написать. А я на этом буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мои социальные сети, группу ВКонтакте, мой Инстаграм, Твиттер. И еще увидимся в новых видео. Всем пока!